Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Англию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm в режиме случайных деревотехнологий и социальных политик. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка есть в описании к этому ролику. Всегда лучше начинать смотреть с самого начала. Спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Для всех остальных приятного продолжения просмотра. Что тут еще обработать? Краген, я типа нападать на тебя не планирую, но дружбу и союз принимать не буду. А что происходит? Что все зависло? Не знаю, у меня все ходит. Вы меня слышите? У вас все ходит? Да, все нормально. Ну. Да. Щелкнул, подзависло, и в итоге я всю очередь заполнил канцелярией. А Везувий хорош. Ну, видно, что он почему-то очень сильно лагает. О! Вылетел кто-то. Да. Сейчас перезаведу. Сейчас переподключусь. Где же его мужественность? А, мужественность сегодня как перенесли на другого, да? Именно так. Просто вверх ловит. Ничего логичного не знаю. Но горы у него были. По идее, его бонус на науку культуру должен был работать. Но он работал, я у него там еще тропический лес видел с потрясающим престижем. Ну вот. У нас пауза, да, пауза. Ну, никто не поставил, да. Пичелс. Еще скифы Корея не походили, так что переход не пошел. Стоп. Я поэтому и не переходил. Ну, я таймер просто... Я убрал таймер. Убирайте паузу, по идее... У Кореи и скифов не должно быть таймера сейчас. Да я тоже смог отжать, так что... Блин, чё строить? Блин, а ведь места реально не так плохие были. Нужно было намного лучше сыграть. Про Кореец? Да. У него места хорошие были. А сам, знаете, что прикол какой? 3 или 4 места. Просто я не могу тут поставить ничего. Авиация и алюминий как бы изучены, а вот где находится улучшенная авиация, хрен его знает. Ну, это да. Ну, вот так вот. Ну, это же атома улучшенная авиация, правильно? Там всего две техи надо выучить, танки и что там после стали. Ну, блин, так по... Ну, понимаешь, по верхней ветке или по нижней идти-то? Эти ветки, я вот уже... Нет, тут больше вопрос, что раньше, авиация или
зенитки в данном случае. Ну, конечно, авиация раньше будет. Всё. Ну, фиг его знает. Уже доступны нефтяные стрибки, которые там сколько они? 70 боевой мощи. То есть они, в принципе, уже начинают пехоту противника убивать очень легко. Там 70 это только ПП-команда. И пехотинцы, конечно, которые требуют нефть, но это просто верх логики опять. Вот я сижу без селитры. Так. Буэнос-Айрес взят. В боевом построении. Что тут еще можно? Давайте Рейну в... Где у нас? Плюс 3. Ну, в Бирмингем, наверное. Хотя и Манчини, а Бирмингем поприятнее для Рейны. Бред какой-то. У меня стоит дамба на реке, и в итоге все равно паводок, блядь, порушил мне всю ромашку. Раз уголь, два уголь, три. Национализм открыли. Ну, чтобы уже рационализм заработал, а уже строите здание. Промышленная зона тут бы неплохо стала. Давайте, наверное, строителя. О, нельзя убить рабочего. Отойду, на тот случай, если он там будет артой шмалять. Ладно, пойдем крабика лучше обработаем. Да, блин.
А как там у других в героическом Риме? Да, грабежа морских торговых путей. И 250 золота получу. А влияет он на промышленную нового времени. То есть на броненосцы и, например, на подводные лодки. Ну, давайте поддержим, пускай будет. Почему стаймер какой-то бешеный? Больше 6 минут. Чтобы все стопудово успеть. А, я просто, видимо, когда переключал, не поставил обратно. Нормально насыпали меня всем. Так, содержание юнитов пока оставлю как есть. Не знаю, стоит мне еще поселок. Ну тут точно ставится город. Здесь можно еще поставить. То есть два города, в принципе, можно еще нормальных. Ну как таких средних, на самом деле. Я так понимаю, что Артой Рим смог только один город захватить? Там в смысле? Нет. Крис еще не закончился с Америкой, это уже Вашингтон сейчас упадет. Ну я такой вижу, что он Чарльстон захватил, сколько уже ходов прошло. Ну а мне, я не спешу его забирать так-то. Че, ну я потихонечку войска подвел. Пока апнул их все. Пока подвел. Так, стоп, а зачем я паровой двигатель открываю? Кто бы мне сказал? Ну,
когда мне явно химия нужна. Больше, чем у меня науки. Ну, вообще, канал я бы... Ладно, давайте откроем. Канал нужен. Мне вот тут нужен канал. Создайте нормально. После вылетов. Не, я угольную, наверное, лучше тут куплю. Тут, наверное, своим ходом построим пока. О, а вот и компьютеры. Прикольно, недалеко. Компьютер, я с ним не торгую. Еще предложение, если тебе надо, конечно. Люкс, а у тебя чай есть? Чая нет. Вот, тогда я тебе предложу обмен чая на шелк еще. У меня есть слоники лишние. Окей. Вот тебе оливки за них. И чай лишний. Оливки лишние. Алмазы лишние. Ну, из минуса вышел по... Ну, минус один как бы ни на что не влияет сейчас, поэтому... Тут вообще надо на рост включить. Так, подождите, давайте я... Поставлю сразу в химию, но паровой двигатель надо открыть, и вот здесь надо будет канал построить. Поставил, но в Орлеане, в Лос-Анджелесе, в столице. Ну, он тебя больше боялся, чем Рим, видишь? Ну, в лицо тебе военные лагеря ставил, вот это вот все. Ну, блин. Ну, прокачался, ладно. Тогда ладно еще. Так, я вот тут достроил. Хочу угольную сразу купить. Мне этот Плимут достал постоянно тем, что... Он, у него умирают жители. Ну, конечно, вот можно было бы там поставить. Куда у меня? Так. 5 к скифу и 5 к норвежцам. Ну, давайте пока к скифу тогда. Можно было бы там Петру поставить, но не удалось. Не хочу тратить деньги на выкуп клеток пока.
Мне надо где-то теху на затопление найти. Так, ну вот у меня аквапарк в Брэдфорде, да, который влияет вот на эти города. Мне кажется, что в Лондоне тоже надо где-то вот тут поставить. Плюс 6 пригород, который затопит. Аквапарк нужно 16. Ну, как раз. Да. Ай, надо Риму мир кинуть. Я, блин, все никак не могу капер сделать, чтобы это разграбить. Я ему ничего, в принципе, кроме как разграбить этот... Не могу сделать, поэтому смысл. Так, я бы в Вавилон, ну то есть я хочу засоюзить, не засоюзить, а отправить. А кто сюзерен Вавилона? Никого. Так. Вместо чего мне, правда? Есть у меня что-нибудь быстро открыть? Все по 4 хода. Блин, ну я бы, наверное, тогда соседство промышленной зоны, пожалуй. Потому что и гавань мне нужна, и кампус мне тоже нужен. Поэтому давайте вот так делаем. Немножко улучшим наши показатели науки. Так, 7 районов. 2 пушки. А, пушки я не открыл случайно совершенно. Нет, это баллистика там. Двух послов. Ну, кстати, художественный музей я могу построить. Фабрика 3,7. Потом, да, сначала фабрику, потом верфь. Ну, тут бы я... С другой стороны, счастья нету. Да, мне надо в Брэдфорде... То есть пока этот аквариум только на Брэдфорд влияет, на самом деле. Мне тут надо построить аквариум. Так.
в Брэдфорде аквариум. А в Лондоне... Так, там экономика, два банка. Это я не ускорю. Ну, давайте археологический. В Ньюкасл. Пока библиотеку, потом фаб... Не, пока библиотеку, может, даже универ дальше. Ну, потому что меня в Вавилон я отправил, поэтому... Мне надо... Ну, и рационализм стоит. Сколько стоит? Ну, ладно, 110 куплю. Просто это жирно сразу дает рыба. Понимаете? В городе с построенным маяком, да, и верфью. Будем воевать. Я про себя тоже не выстрою. Не знаю, может, тебе нет смысла меня забрать и завершить партию. А что, у него уже улучшенные самолеты? Может, да, чего у меня что? Ну, слушай, мне показывает, что вы на одном уровне по технологиям. Я не понимаю, почему он тебя может забрать, ты не сможешь от него отбиться, не понимаю. Потому что качка идет, и кто-то с кем-то раз, наверное, а я буду его встречать чем? Это командами и рыцарями. Ну, 86 защита города не берется тем, что ты говоришь, идет. 83, 85. Не, точно нет, я могу заключить мир, потому что сейчас Лёша получает бонус от Вавилона, Грек получает бонус от Вавилона, только я не получаю бонус. Так что можем замириться, но Новый Орлеан я хочу себе тогда забрать. Забирай, я на него не претендую, я только Лос-Анджелес хочу взять, и все на этом. Дело дружба. Я думаю, здравый смысл. Просто мы бы здесь упоролись бы, стояли бы и... Не знаю, я не хочу армию строить. Ладно, сюда пойду обрабатывать. Кто первый получит космолет, того и тапки. Не знаю, может, мне попробовать на более современных юнитах на скифа напасть? Ну, типа на... Тут я построю канал, наконец. То есть у меня вся эта армия сможет туда переплыть. Блин, ну мне бы, конечно, еще поселенцев парочку здесь поставить, все-таки города. Знаете, я бы тут, наверное, за... Засвечивал территорию надо. О, откуда здесь? Заставляет учить все. Но зато надо все изучать. Да, да? Заставляется, как бы, все изучать. О, мгновенно фабрику и мастерскую делает. У кого нет алюминия? Я должен быть алюминий. Там кто-то говорил, что у всех он есть. Ну, я видел, он у всех был алюминий. Я тебе больше скажу, я его и у американцев не вижу. Американцы есть. И американцы. Поиск алюминий. У меня у американцев ничего не подсвечено. У меня подсвечен только в Аквилее алюминий. Вот на нашем континенте. Вот это. Есть алюминий, так. И Лёша в пустыне. 9 ходов. Вообще далеко от нас. Что у нас тут с великими людьми? Корейцы. Вот этот линкор мне очень, вот этот флотовоз мне точно очень нужен. Что повели... там у меня какой-то еще вот это, мне военную науку надо открыть, блин. Что... Так, давайте я военную науку сначала открою. Чтоб... Мне надо просто в героический век выйти обязательно. Это 4 очка, флотоводец 5. Еще 4 надо, блин. Там уже грех вовсю шпарит. А где мне еще 4? Чисти, как ну, были, хорошо, броненосец, да, 1. У меня всего 3 города здесь. Селитру я уже использовал. Пригород какой-нибудь офигительный где-нибудь можно построить? Можно. Я бы не хотел.
Так, еще у нас всякие чудеса. Ты можешь забить на это их. Так. Все равно клетки скоро начнут. Дворец под Кати. Дворец Потала бы я построил. Между прочим, давайте. 7 ходов, а тут у нас 9. Фабрика. Универ угольная. Ну, у меня дальше в Бетфорде. Мне кажется, вот здесь пригород должен быть офигительный, да. Ой, какой у тебя классный город, Каргост. Аргос. Аргос, да. У меня в него такой караван поплыл. Судоходство в гавани для того, чтобы... Так, 23... 35... А где мы еще угольную? Что у нас с соседством? Тут плюс 3, плюс 3, плюс 5, но тут куплено угольное. Плюс 3, вот тут, кстати, нету. Плюс 2, но тут есть угольное. А, она строится. Плюс 1 вообще фигня. Плюс 2, плюс 2. Так, на плюс 3... В столице надо угольную будет купить. Так, что я... Блин, только я потратил... Сразу у меня нанмодол перекупил. Ну ладно, у меня тут два... А, нет. Не два. Вот два будет выжжены в земле. Две полевых пушки. Это не скоро. Три. Вот так. Так, тут заканчивается промышленная зона. Мы сразу там все ставим. Так, Бирмингем. Тут потом мы строим офигительно потрясающе престижный пригород. Так, а что с радио? Не, ну должны выйти в героический, должны, тем более 8 ходов. Просто обязаны. За что я сейчас получил? А, подожди, так я не в гер... Подождите. Да, все правильно, я в героический иду. Отлично.
Так, ну тут угольную не имеет смысла строить, она будет всего... Хотя, 4. 4 производства. Не знаю. Давайте килву бахнем. Город вот эти клетки забирает вместо этого. Интересно. Просто интересно. Одного шпиона могу сделать, если чё. Но вот эти ребята в лабах, поэтому у них столько науки. Так, я тут в военную науку решил завернуть, но это ради героического века. Лаборатория. А, я еще где-то могу его использовать, кстати. А больше нигде, у меня все везде построены, я так... А, вот, вот тут еще. О, класс, тут еще фабрику можно просто автоматом. Так, можно с очереди только убрать. Отлично. И фабрики еще получаются, плюс 4 получат, да? Так, тут фабрики имеют плюс 2, плюс 2 еще получат. Отлично, линкор. Так. Давайте, во-первых, в Лондоне канал. Сразу тогда линкор тут организуем. А линкор это какого? Эти стреляющие нового времени, то есть этот парень, на него еще действует, да? Да. Так, Newcastle upon Tyne переведем человека расчудесного. Так, еще раз смотрим. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, не знаю. Давайте в Нидорос. Фига ко мне тут посылает норвежец. Скиф, а чё ты карточку на плюс два не поставил на караваны? Какаху какую-то ко мне возишь бесполезную. Селитру, что ли, у меня на складах? Где ты складируешь? Я вообще про карточки забыл. Тут, короче, в шестой циве, чтобы лучше было, карточки надо менять всякие в правительстве. Да? Да. Блин, я не знал. Ну ладно. Так. А, ну вот я пригород. А, ну все, я уже в золотом веке. Я даже, собственно, и дворец Патал не нужен уже. Давайте, может, тоже какое чудо построим.
Темпл-майор. Ну тут темпл-майор немножко бессмысленным будет. Мон-Сен-Мишель. Ну а зачем мне Мон-Сен-Мишель, если у меня нету... Кстати, дипломатический район в Лондоне был бы неплох. Так, что-то я в Брэдфорде не успел выбрать, что строить. И в Плимуте, и в Гуле. Блин. У нас там вообще вон один эко-активист есть. Эко-активист. Кто ты по жизни эко-активист? Не, по-моему, он второй раз как раз не добавил фабрикам нифига. Ну ладно. Теперь можно немножко денег на... лабы покопить. Территория, ладно. Попробуем обработать. Пригород, пригород, акведук. Ну, хотя это плюс 2 даст. Все равно у меня город. Да, давайте мы тут акведук построим, кстати. Так, там угольную. О, блин, люкс лучшего флотоводца забирает. Я готов бомбануть просто опять с вами следующим ходом, если у меня на территории, на всей моей территории не будет опять нефти, так нефти, так же, как угля и алюминия, то это просто... Например, как раз угольную не нужно. Ну вот, ты видишь всю мою территорию? На ней нет нефти. Вам нужно 4 канализации в любом случае. Ну нет, это все. Я, конечно, нашел нефть, но вот дико на всей территории нету ее. Ищи у соседей. Вот, я уже нашел у соседа. Да? Да. Надеюсь, это я? А нефть? Нафига нам нефть вообще тут? Ну, арта, танки. Электростанции, у меня вот нет угля. Так давайте продам, господи, норвежец. Что там у тебя есть? Я не хочу покупать уголь, нет. Ну, у меня есть 200 золота вход, но я их трачу постоянно. Зачем мне тратить их на уголь, который... сожрется сейчас за секунду просто. Покупка страт ресурсов — это самое тупое, что они могли придумать. Греческий генерал прямо своими границами брасом плавает. О, вот оно все нашлось. Кто? И авиация, и уран, и все на свете. Поздравляю.
Так. Офигеть, они ее, конечно, запихнули. Это не они, это рандом. Ну, в смысле, да. Великий, могучий рандом. Ну, слава богу, есть. Вся водная, правда, но есть. Это две науки. Нифига себе. Так, канализацию сделали. Может, тут аквапарк действительно? Семь, да, да, ладно, давайте сюда аквапарк. У меня стоит бонус для верфей, да. Тут дают за оказание помощи. И чем мы забаним космопорт или аэропорт? Ни того, ни другого нету. Из ресурсов я предлагаю за оливки проголосовать. Хотя меня и сахар, и алмазы устроят, в принципе, тоже. И чай. И чай, да. Я за чай. Погнали за чай. Чё по районам? Слушай, а чё тут не будет космонавтов? Это здание в районе нельзя строить, а не сам район. Ну да, да. Я бы плюс 100% кампусом, чтобы мы попытались догнать этих по науке. Ребят, да, я плюс 100% за кампус. Кампусу дополнительная чай, отлично. А как раз мне надо будет строить лабы. Поставлю сюда, не сюда, чтобы не затопило. Я не знаю, успею ли я выйти, пока они там раскочегарят все. Так, тут я могу два влияния взять. Ну, вот это мне ничего не надо. Так. Дальше.
Это можно попробовать, чтобы... чтобы... фермы вокруг вот тут Плимута, вот тут на этих клетках поставить. Так, ну ладно, если я строю лабы, а я их строю, потому что у нас производство теперь требуется меньше на это дело, то я могу и купить тут клетки. В принципе. Так, а этого давайте сюда. Как раз пообрабатываем. Диверсии на производстве. Странно, почему Орлеан больше дает? Ну, давайте. Блин, кто-то... Люкс предал Теодора Рузвельта. Караген захватил Детройт. Прям не знаю, я за все проголосую. Вы должны быть наказаны, я считаю. Переработки. Понял, спасибо. Фига себе, тут что открывать? Три мушкетера. Блин, да я в компе, меня тут меня затопит. Так, что у нас тут можно? Консульство. Плюс 2 очка влияния вход в уровень вражеских шпионов снижается на 1. Отлично. Построим. О, давайте я археолога куплю. Алексей, предложение. Блин, а мне как бы это невыгодно было. У меня чай и так дополнительное счастье давал. Ребят, я где-то через 14 минут уже пойду спать. Уже 2:30 ночи. Тише, предложение. Хорошо, у меня 3:45. Ну, мне просто завтра в 9 утра вставать. Сейчас почти 2:30. Ну, как насчет на завтра вечер перенести, как народ смотрит? Потому что я то... Я смогу только в субботу вечером, 100%. А завтра? Завтра буду на даче. Да. Я уже перенес, потому что у меня 4:30 почти. Я только смогу в субботу вечером. Кто... В любое время вечером. Кто сможет... Кто не может в субботу вечером? Я не услышал, Люкс, что ты сказал. У меня что в субботу. Я могу завтра, но я не вижу смысла продолжать эту партию.
То есть ты уверен, что тут Рим победил? Я просто вижу, что как бы грек вполне наравне с Римом идет. Почему? Проблема грека в его количестве городов только. Да. Не особо некуда было. Но в целом, как бы, если объединиться с этим, господи, с викингом, то можно что-то придумать. А так... У викинга проблемы с ресурсами. С другой стороны, как бы... Алюминий... Ну, как бы тут у всех очень мало алюминия, например, чтобы кинуть люксу на самолеты. У меня два алюминия, которые я могу, типа, каждый ход ему давать. Посмотрим. Ну, у меня алюминия прилично. Сразу говорю. Ну, ладно, давайте. Просто тут и получается, что мы не сможем продолжить. Завтра люкс не может, а... Ой, то есть завтра я... Михаил не может, а послезавтра люксы. Получается, как бы... А через два дня уже всем будет влом, я думаю. Ну, тут... Поэтому давайте. Караген с победой. Ура! Поздравляем. Ну, я бы посостязался все-таки. Может быть, у меня и мало городов, но у меня у каждого города почти под сотню производств. У каждого. Ну вот, вот вечером можете загрузиться вдвоем и соревноваться, сколько вам влезет. Ладно, ясно, все. У вас понятно. Друг другу проходы в одну клетку под вулканом. Я думал на тебя идти, ну и блин, ну я там бы завис. Поэтому я пошел. Однозначно завис бы. Я бы просто так бы не дал бы. Ну, это одна клетка с вулканом, ну это клетка. Ну да, согласен. Спасибо за игру. Спасибо за игру, всем спокойной ночи. Пока. В общем, к сожалению, игроки, видите, мы не смогли собраться дальше на доигрывание, потому что в один день, по-моему, Михаил за Грецию, который играть не мог, в другой день Люкс уже не мог. Недоигранная партия, но выглядит все-таки так, что Рим здесь победит. Я вот сейчас вам на экран вывел, что по этому поводу думал Люкс, вот на ситуации, потому что он считает, что Рим тут точно победит. Я же со своей стороны могу сказать, что у меня очень плохое производство в течение всей игры было. Я для себя видел возможность это в захвате Скифа, но у города Скифа расположены так неудачно, что мне понадобятся и морские юниты, и наземные. И не факт, что у меня даже получится его более-менее нормально забрать. В то же время, например, с другой стороны, Рим мог отхватить себе, опять же, города Скифа. И здесь получается, что во многом в шестой цивилизации, именно без всяких модов, вот в оригинальной, большие проблемы с генерацией карты. У того же Люкса, который играл за Норвегию, у него просто всю игру не было никаких ресурсов, кроме нефти. У него только появилась нефть. У него не было даже селитры, хотя у него все морские города. И вот как, например, он, может быть, например, хотел бы на меня напасть, но опять же, у меня города так себе были. Он даже не может взять квадриремы, проапгрейдить во фрегаты, чтобы на кого-то напасть. И, возможно, я мог бы на него напасть фрегатами, но такая территория и у него такие, ну, довольно сложные города, что это не так и просто было. А территория в том плане, что у меня моя империя разделена на две части, и невозможно проплыть снизу, чтобы напасть на это все. Так что, в общем, в итоге, конечно, вот эта система со случайным деревом технологии интересна. Она по-другому показывает игру, но все равно оригинальная версия цивилизации плоха, потому что не позволяет использовать все возможности стратегии, когда тебе просто... То есть тут даже не дело в том, что тебе не досталось ресурсов, ты их в принципе нигде взять не можешь. Ты даже напасть никак не можешь, чтобы их себе захватить. Это не предусмотрено получается. В этом проблема. А так, несомненно, этот режим со случайным деревом технологии намного-намного интереснее, чем с тем, который был точно задан. Так что на этом все. Спасибо, что досмотрели этот сериал. Ваши впечатления в комментариях жду, и играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях.
а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!